Девочки и мальчики, всем привет! Привет нашим любимым, дорогим в мире, во вселенной подписчики! Нас давно не было, но вот сегодня мы будем готовить. Время 25 минут первого ночи. И сегодня мы приготовим джусай! Ура! Джусай! Сейчас что у нас, Сань? Сегодня какое число? 27 мая, и у нас джусай! Спасибо большое Надежде Алексеевой за джусай! Спасибо огромное! Будем готовить джусай! Вот, а у меня, смотрите, сейчас стала снимать, у меня вот есть шишмак. У меня тут этот, да, Саня, это... Машка укусила, ребятки! Саня говорит, сделай челку, ну вот как бы, ну... Привет, ребятки! Короче, я сегодня звезда, во лбу звезда. Начинаем готовить! Салат делается 5 минут! Ребятки, значит, джусай у меня, я взвесила джусай, да, это вот такая вот травка, муравка, которая отдает запахом чеснока. Ну, вообще, вот мы ее только посадили, джусай, вон, видите, лежит там вот чучвара. Что нам пригодится для этого? Так, значит, берем черный перчик, это что у нас? Красный острый молотый перец, паприка, солька-шмолька и жареный кориандр. Так, чесночок, ну так вот, чуть-чуть там, сколько? Вот у меня здесь 1,5 зубчика, потому что большие зубчики. 2-3 зубчика. Соевый соус, обычный соевый соус. И 2 головки лука. Вот я взяла хорошие головки лука, потому что я люблю лук, люблю вот чеснок. И растительное масло. Все, начинаем. Все, это делается быстро, 5 минут. Ребятки, вода закипела. Видите, она уже буль-буль. Берем весь джусай, вот такой вот он крупный. Непорезанный. И весь в эту водичку. Весь. Что там у нас? Поварешка, вилка, ложка, неважно что. И вот так окунаем в эту воду, кипящую воду. Все делаем быстро, потому что его нужно практически ошпарить. Так, вот давайте засекем по времени. Сколько сейчас? 00:28, да? 00:28. Все на глазах. На ваших глазах. Будем делать салатик. С фонарем во лбу. Укусил меня этот... Кто укусил, Сань? Машка. Ладно, не буду это говорить. Кулинарный канал. Кулинарный. Вот. Все, видите, она вот так вот такая вот становится. Ну, еще нет. Потому что она широколистная, и она уже не ранняя, не первая. Когда первая ранняя, ее там раз, два и готово. Здесь чуть-чуть надо вот так вот ее. 2 минуты достаточно. Да, вот сколько уже минута варится. Сейчас посмотрим, что будет. Так, сейчас. Что-то не настраивается. Что-то какой-то туман такой. О, тут вообще конец света. Стойте, ребятки. Махалай, махалай. О! О, ладно. Ну вот, постоянно как подойду к плите, так вот. Сейчас, ребятушки. Нет. Ну и фиг с ним. Сейчас посмотрю, как вот она сварилась. Попробую. Главное не переварить. Переварите, господи, там будет, знаете что? Будет каша. Вот. Значит, салатик этот хранится 2 дня. Сегодня сделали, поели, завтра доели. Вот. Сейчас попробую. Ах, палочки горячие какие. Все, готово. 2 минуты и все. Выключаем. Убираем на дуршлаг. Все вот так. Чтоб стекал джусайчик. И не промываем. Пусть он стекает. Не нужно его мыть, охлаждать. Пока будет он у нас остывать, да. Мы сейчас сделаем заправочку. Вот, значит, 2 минуты варился вот этот вот, да, наш джусай. Вот он, ребятки. Видите, как получилось сколько? С килограмма. Все, начинаем дальше готовить. Лучок. Пока джусайчик остывает, руки. Ой-ла-лай-ла-лай, цвет. Соля, они вообще такие черные. Ладно, ребятки, это рабочие руки.
мы работаем сейчас на поле, на клубнике, из-за этого вот такое вот ахалай-махалай. Все, отрезали жопки. Я люблю много лука. Кто не любит лука, можете одну головочку бросить, поджарить. Просто вот так пополам. И вот так. Не надо мельчить. Такими-такими хорошими. Пополам. И ушел вперед. Не мельчите. Кто не любит лук, мельчите. И одной головочки хватит. Вот так. 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 И все. Сейчас поставлю сковороду нагреваться с маслом. Растительным. Все, сколько лук резали? Быстро резали. Все, в тарелку. И пойду ставить сковороду. Ребятки, добавляем масло. Ложка столовая. Вторая. Третья. Четвертая. Давайте 5 столовых ложечек растительного масла. Полных. Ой, я плачу. Лук ядреный. Лук вот этот молодой. Все, маслечко нагревается. И поджарим его. Поджарим лучок. О! О! Все. Сколько будем жарить? Тоже быстро. Вот так вот туды-суды. Ахалай-махалай. Жусайчик уже все, он уже кирдыкнулся. Замерз. О, лучок уже, видите, как сковородочку хорошо нагрели с маслечком. Видите, я крупно режу лук. Без лука будет невкусно. Ну, хотя бы одну головочку бросьте, миленько ее нарежьте. Все, будем ждать, когда пожарится. Ребятки, вот, пожарили лучок. Минутки 3. Видите, он так зажарился, весь такой золотистый, красивый. Только не чтоб вареный был. Вот я люблю, когда такое вот поджаристое было, вот такое вкусное. Все, готов. Джусайчик сварился. Вот он весь. Мы еще его вот так вот, легонечко, вот так вот. Легонечко. Вот так вот. И сюда. Так, кирдык. Ой, лук какой был. И вот, не мельчить. Вот так можно. Раз. И вот так раз. На 2 раза. Да? Порезали его. И в чашку. Вот так. Кирдык, мирдык. И начинаем заправляшки. Заправляшки. Вот так вот. А. Вот. Красиво. Все. Все, все, красота, ляпота. Начинаем заправлять. Жареный, молотый кориандр. Как его сделать, у нас там есть на канале. Жареный кориандр. Возьмем чайную ложечку, такую без горочки, не полную. Не надо много его. Дальше что? Черный перчик, вот он, по вкусу. Ну, я вот так вот возьму на кончике этого чайной ложечки. Дальше. Красный, острый перец. Хотите, добавляйте. Нет, не добавляйте. Это не принципиально важно. Тоже вот можно вот так вот. Паприка. Сладкий перец. Ну, для цвета. Она играет роль цвета, чтобы красиво было. Нету, значит, и не нужно оно вам. Вот так вот. Обязательно соль. Соль. У меня крупная. Вот чуть-чуть вот так. Каплюшечку. Дальше. Чесночок давленый. Сколько там у меня? 1,5 зубчика, но они такие большие. Вот, чесночка. Соевый соус. Обычный соевый соус. Значит, пробуем. Каждый по своему вкусу. Вот я добавляю ложку столовую. Вторую. И хватит. Потом попробую, а то, не дай бог, пересолю все. И заливаю. Ой, у меня до сих пор этот лук. Заливаю все вот этим. Как его звать-то? Луком жареным. Вот так вот.
одеваю перчаточку любимую и начинаю все размешивать, перемешивать. Видите, вот, вот так вот. Ничего не забыла вроде бы. Не, не люблю я эти. Короче говоря, вот так вот. Вкусно-вкусно будет. Хорошо, надо размешать. И, в принципе, этот салат можно сразу кушать. Главное, равномерно распределите все специи. Размешайте вот так ручками. Ой, уже запах пошел какой. Ой-ой-ой-ой-ой. Его можно есть теплый. Хранить в холодильнике. Ну, 2 дня, не больше. А то потом будет шиндер-мындер вам. Очень вкусный салатик. Значит, что это у нас? Джусай, хотела сказать черемша. Мы его не замораживаем, потому что если его заморозить, там потом кисель будет. Мы с ним ничего не делаем, мы его едим только вот когда вот он свежий. И манты можно делать с джусаем, и это самсу. И можно делать с джусаем вот такой вот салатик. По-корейски салат называется йомди, йомди-ча. Все, ребятки, ну вот 5 минут это и все. То есть 2 минуты варился этот джусай, пару минут жарился лук и все, минута на заправку. Можно есть сразу. Видите, как красиво. Будем пробовать? Девочки, мальчики, посмотрите, какая красота получилась. Как быстро, 5 минут и салатик готов. Очень вкусно, очень быстро, очень полезно. Вот, вот джусайчик наш. Сейчас будем пробовать. О, а! Получился очень-очень вкусный. Видите, какая свинка Пеппа. Почему в перчатках руки страшные, в огороде не отмываются? Вот. Получается очень-очень вкусно, ребятки. Еще в лоб мошка укусила, вообще атас. Вот. 5 минут и очень вкусно. Ребята, обалдеть вкусно. Девять минут второго ночи. Очень вкусно. Санек рядом сидит. Да, Санек? Угу. Чай пьет. Очень вкусно. Видите уже, что творится-то? Девчонки и мальчишки, готовьте. Вкусно, быстро. Также можно сделать из шпината, из черемши. Уксус не нужен. Что еще сюда не нужно? Можно перец острый не добавлять, по желанию. К мясу будет во! Вкусно такой салатик. Все, пойду я посуду мыть. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока, наши любимые, самые любимые подписчики, мальчики и девочки. Всем пока-пока.